Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня 15 июля 2020 года, и мы снимаем на старом кладбище памятник воинам-освободителям Бердянска, которые хотят отреставрировать ко дню города 17 сентября за 300 тысяч гривен. Итак, смотрим, что мы видим сейчас на данный момент. И что будет потом, снимем, конечно же, позже. Итак, ну, в принципе, вид, конечно, нормальный, более-менее. Все чистенько, все хорошо. Вот такой вид имеют ступеньки на данный момент. Вот надпись сейчас возьмем. Ну и сам постамент и памятник. Немного аллеи. Сейчас деревцо покосившееся вот держится на вот таких вот понятных лентах. Ну, придем сюда позже, снимем уже перед самим днем города или даже после. И покажем вам, что сделано было. Ах да, клумба. Посмотрим, клумбу покажем вам сейчас какая. Вот такая вот она. Ну и общий вид. Клумба вдалеке тоже, вот приближу вам. Вот так вот. Всем привет! Нахожусь я на городском кладбище старом. Как и обещал, сегодня у нас, смотрите, дата 17 сентября 2020 года. И вот смотрим, что же было сделано за 300 тысяч гривен, которые анонсировали на восстановление памятника неизвестному солдату. Вот памятник. И вот смотрите. Как видите, ничего никто не сделал. Либо решили не выделять средства, либо они просто куда-то исчезли. Вопрос нашей власти. Что же произошло на самом деле? Да даже цветы, которые возложили сегодня, их не так-то и много. Все, на что могли рассчитывать наши воины, которые защищали Бердянск. Так красиво и пафосно рассказывали о том, что это день освобождения города, 193-я годовщина. Вот. Видим как раз, какая дань нашей власти прошлому. Вот. Ну ничего не сделано абсолютно. То же самое я снимал в тот раз, когда говорил, что впоследствии сниму вам именно после ремонта. Как такового ремонта я тут и не увидел, соответственно. Пишите ваши комментарии, как вы относитесь к тому, что вот власть пообещала сделать. И вот так вот сделала 300 тысяч. Это 12 тысяч долларов. Цена квартиры, скажем так, в Бердянске. Вот просто бах и исчезла. А вы говорите о каких-то коллекторах и еще о чем-то. Вот лицо нашей власти. Пообещать, деньги вроде выделили. А куда? Просто на дурачка. Прошло столько времени, люди и забыли уже, что они обещали. Но я вам показываю, как оно на самом деле. Так что пишите комментарии по этому поводу. Я думаю, делайте репосты, чтобы все увидели, как оно на самом деле.